Этому малышу меньше 2 часов от роду. Илюша появился на свет в Курганском областном перинатальном центре. Его мама Светлана Бучнева, папа и 3 братьев и сестер проживают в Половинском районе. По словам врачей, роды прошли хорошо. Мальчик весит 2,5 килограмма и только появившись на свет, хорошо покушал. Мне очень понравилось. Здесь очень хороший медперсонал, квалифицированный, хорошее оборудование. Большое им спасибо. От нас, от моей семьи благодарность за то, что помогли нам. Илья – единственный из Бучневых, кто при выписке из больницы уже будет иметь свой первый документ – свидетельство о рождении. 23 апреля подразделение ЗАГС открылось в перинатальном центре и пользуется у зауральских мамочек большой популярностью. Это очень удобно для молодых родителей, учитывая то, что все находится в одном месте, не нужно потом искать время с малышом, ехать в город, стоять в очереди, чтобы зарегистрировать малыша. То есть уже малыш домой выписывается с мамой, уже имея свидетельство о рождении, уже как настоящий гражданин Российской Федерации. Для того, чтобы зарегистрировать ребенка прямо в стенах медицинского учреждения, родителям понадобятся следующие документы. Медицинское свидетельство, паспорта и свидетельство о заключении брака, если таковое имеется. Если папа и мама не женаты, но хотят оформить свои отношения официально, специалисты ЗАГСа и тут не откажут в помощи. Распишут, так сказать, не отходя от родильного отделения. Это в основном связано с тем, что необходимо, чтобы родители были на одной фамилии. Ну вот, вот захотели они перед, уже после рождения или непосредственно перед рождением ребенка, чтобы в свидетельстве о рождении были указаны родители на одной фамилии. Ну и, соответственно, мы идем им навстречу, можем зарегистрировать и тут же сделать установление отцовства, если это необходимо. Воспользоваться новыми услугами могут только пациенты центра. С момента открытия в стенах родильного отделения появились на свет более 700 малышей. Юлия Кобылина, Александр Киселев, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курган.ру».